Всем привет, с вами Макс Гюнтер. Сегодня у нас понедельник, 16 декабря, и сегодня мы продолжаем играть в игру Люциус. Как вы помните, вчера, в предыдущей серии, мы убили нашу первую жертву, служанку. Вот, нам исполнилось 6 лет. И, как вы поняли, с помощью какого-то ритуала, который был совершен во время нашего рождения, мы представляем собой сына дьявола во плоти. Вот. Так важно казаться всем хорошим мальчиком, они не должны ни в чем тебя заподозрить. Если я говорил, то повторюсь, что игра очень похожа на Хитмана и Манхант, то есть игры, стелс-игры, в которых нужно незаметно, скрытно и разнообразными изощренными методами убивать людей. Так вот, нас ночью мы проснулись. Тут сидит наш реальный отец. Сам дьявол. Вот. Видите, каждая жертва будет делать нас большим и сильным. Так, записную книжку взяли. Мэри, чистит холодильник. Я нашел замок от стола, может пригодиться. Мэри замерзла насмерть. Я должен вернуть замок на место, чтобы никто не заподозрил, что это был я. Спрячем. Фонарик мы взяли. Надо ставить батареечки. Так, смотрите, кстати, тут одна прикольная фишка есть. Ой, не туда. У него рожки видны за спиной. Так, мы оставили там замок, поэтому нам нужно его вернуть, чтобы нас не заподозрили в содеянном, так сказать. Отец отдал тебе приказ совершить убийство, он в записной книжке. Хорошо. То есть, как вы уже поняли, игра представляет собой... Я даже вам лучшее сравнение приведу. Все, наверное, играли в такую замечательную игру, как «Как достать соседа». Так это вот «Как достать соседа», только с кровищей и мозгами и прочим. Жесткая такая версия, можно так сказать. Очередная загрузка длительная. Блин, как я ненавижу эти загрузки бесконечные в этой игре. Это просто пипец какой-то. Может быть, подумаю, может, придется их вырезать, чтобы вам их не смотреть. Хотя вот сейчас быстрее пошло. Мне понравился ход разработчиков в отношении всяких инноваций. Тут много новых фишек. Например, мы играем за 6-летнего мальчика, где вы еще видели мальчика, который убивает в играх. А потом... Ну и является сыном дьявола. Потом в игре небольшого количества уровней, то есть как бы уровень 1, здоровенный особняк. И вы переходите из разных комнат. Разработчики не стали заморачиваться, создавая какие-то уровни совершенно другие. Они просто сделали здоровенный особняк, интерактивное окружение, возможность все потрогать, пощупать, взять себе в инвентарь. По-моему, это очень круто.
Так, отлично, пойдемте-ка заберем замочек. Ой, я уже, наверное, раз третий прохожу эту миссию, потому что видео принципиально обрывается на загрузках. Вроде у нас карты есть. Я думаю, сейчас будет все нормально, потому что я уже на самом деле устал от одной и той же миссии, блин, по 100 раз все объяснять, записывать. Кстати, за лампочки. Закрыто. Открыто. Тортик. На замок. Ой-ой-ой. Закрыть надо было. Такой больный наш труп, ну не наш труп, а труп нашей жертвы нашли в особняке. Естественно, приехала полиция, детектив приехал. Detective McGuffin. McGuffin. What do we got here? It looks like a cardiac arrest, sir. The woman collapsed in the walk-in freezer. This was probably caused by the sudden change of temperature. She was in her mid-50s. Как видите, никто не подозревает, что это было убийство. Все думают, что это был просто несчастный случай из-за приступа. Потому что женщине было 50. Вот. И она могла просто... Ей могло быть просто... стать просто дурно в холодильнике. Вот. И она могла умереть. Ask that you stay clear of the kitchen and keep staff away while we clean up. Just relax and focus on getting life back to normal. Thanks, detective. We'll try our best. Наш биологический отец, но не родной, как мы знаем. 12 июля 72 года. Курение убивает. Проснулись. Это у нас помощник отца. Ну не помощник, компаньон, в общем, отца по работе. Вот. Hi, Jean. Thank goodness you're here. Things are a mess. This could have real negative repercussions in an election year. It's a private matter and an unfortunate accident. The press will keep out of it. I've seen to that. I could always count on you, Gene. Make yourself at home while I tidy up some papers. Just ring for Alistair if you need anything. Take all the time you need. Так. Мэри, я взял замок, я должен положить его в карман, чтобы никто не нашел. Может пригодится потом, это сделали. Коллега отца Джин, он иногда приходит к моему отцу по делам. Я ненавижу, когда он курит в гостиной. От этого у меня болит голова. Но сейчас он заплатит за свои привычки. Так. Кстати, тут есть такие мини-сайд-квесты. 8 уборок в комнате. Подожди-ка. Там бутылочка. Так, кстати, нас как-то застукала мама. Сказал нам почистить зубы.
отлично. Ну, в принципе, каждое утро мне надо чистить зубы, ходить, естественно. Я просто пройду так тихо. А, распятие, кстати, у нас тут есть. Как видите, и они нам делают плохо, у нас уменьшается сила. И поэтому, если мы прирост сделать станинским крестом, то все будет хорошо. Туалет. Ванна. Так, ой-ой. Это комната, наверное, родителей. Так, у нас надо взять отвертку, скажу попозже зачем. Отлично. Так, а теперь нам нужно испортить газовую плиту. Скажу попозже почему. Что-то мама тупит. Ходит в дверь. Ну ладно. Так, ну он не успереть спички. Отлично. Так, что у него убрал все. Так, ну все. Значит, он курит. Но я у него взял спички, поэтому он. Он идет прикуривать, как тут написано, к газовой плите. А газовую плиту-то мы уже с вами испортили. Так, крест. Да, вот почему это все жестоко. А взамен мы получаем мы силы и становимся сильнее. Ну что? Детектива вызвали, по-моему, снова, насколько я помню. Да. Я прошел первых три убийства, поэтому следующее убийство я тоже как-то достаточно легко пройду. А вот в четвертом придется повозиться, потому что я не помню. В смысле, не помню, вообще не знаю, что надо делать. Это будет намного интереснее, я думаю. Относительно серии, каждый день будет уходить по одному убийству. Всего будет 20 серий, то бишь 20 убийств. Я прочел в интернете количество убитых Луцием людей. Ну что я могу сказать? На сегодня все. Увидимся в следующих сериях. Оставайтесь на моем канале, смотрите, комментируйте видео, ставьте пальцы вверх. С вами был Макс Гюнтер. Всем пока.